Привет, дорогие любители гармонии! Сегодня я хочу показать, как играть песни во второй тональности. Это моя любимая, конечно, тема. И вторую тональность используют в разных случаях. Для того, чтобы под голос подстроиться, если вы в основной не тянете, и когда вы умеете во второй тональности, то вы переходите во вторую, и вам легче петь. Либо, если песня с модуляцией, два куплета играете в основной, а потом во вторую тональность переходите, и правильно вроде бы. И красиво получается. Но есть песни, которые в основной тональности сыграть невозможно. То есть не хватает кнопок. Это относится к тем гармониям, большинству гармоний, которые имеют диапазон 25 на 25. У меня гармония 27 на 25. Две дополнительные клавиши есть. И я могу любую, в принципе, песню сыграть. А у большинства гармонистов гармония 25 на 25. И некоторые песни правильно, без искажения, не получается сыграть. Но не хватает этих кнопок. Например, такая знаменитая песня, все ее хорошо знают. «Каким ты был, таким ты остался». Вот. Эту песню без искажения мелодии нельзя сыграть в основной тональности. И поэтому выручает вторая тональность. Тогда все получается правильно. Для примера я сейчас покажу на своей гармонии в основной тональности, как сыграть без искажения. Использовал эти две дополнительные клавиши, вот аккорды, и тогда мелодия получилась правильно. Но если у вас гармония 25 на 25, вы не используете клавиш, вы же не сможете правильно сыграть. И тогда выручает вторая наша родная тональность. Смотрите, показываю. Переходим во вторую. Сыграл ее правильно и без использования двух вот этих верхних кнопок, то есть как будто у меня диапазон 25 на 25. Вот сейчас я более медленно поиграю, покажу вам, кому-то может быть это пригодится и кто-то будет это использовать. Это делается на басах легко, чтобы во вторую тональность, вот в основной тональности вот диапазон, а теперь во вторую тональность мы просто на одну пару сдвигаемся вверх. Но единственное, что вот эта клавиша нам не будет правильно работать. Поэтому вот это надо пропускать. Потом она, потому что здесь не строит. Так, а теперь кнопки смотрите сами, потому что если 25 на 25, сверху оно будет на одну смещаться. Имейте в виду, что как будто вот у вас этих кнопок нету. То есть, если считать, что у меня первая, вторая, третья, четвертая, то у вас вот это первая будет. Ну, и поэтому, когда я нажимаю, считайте, что вот на моей гармошке счет вот это первое. Смотрите.
в медленном, если исполнении, быстрее, конечно, лучше получается, но постарался. Еще раз показываю.